Не было равных советскому человеку стойкости, мужестве, мастерстве. Именно эти люди повернули ход войны не только в свою пользу, но и в пользу союзников. И принесли победу странам Европы, чем изменили весь ход истории. За массовый героизм и мужество, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, высшая степень отличия, город-герой, была присвоена Москве, Керчи, Ленинграду, Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску. Звание «Крепость-герой» было присвоено Брестской крепости. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Вместо свадеб — разлуки и боль. Наши девочки, платьица белые, раздарили сестренкам своим. На пороге едва помаячили и ушли. За солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики! Постарайтесь вернуться назад! Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания! Девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Глаза победы посветлели, как у тебя. Рожденная на поле боя, под сокрушительным огнем, она приходит майским днем, под шум зеленого прибоя. К нам, кто пути ее измерил, кто не смыкал бессонных глаз, кто с первых дней в нее поверил, она приходит в этот час. Мы все солдаты и поэты, и нам доступна красота. Видна со всех концов планеты победа, словно высота. Сколько лет прошло?